Короче, вот такой у нас номер. Это вот входная дверь. Кондишка тут у нас. Тут все закрыто нафиг этими шторами. Ну, закрываем, чтобы с улицы нас никто не полил. Где этот у нас? Вот открывается. Раздвижные пластиковые окна. Вот тут лотосы цветут. Сейчас не цветут, погода посмотрим. Вот еще одно окно. И за кроватью еще одно окно. Вообще витражи. Вон окошко. Вот такая у нас кровать. Одна на троих. Тумбочки прикроватные. Здесь у нас ноутбук. Дополнительные игрушки. Две воды ежедневно меняют. Потом приносят два кофе, два чая ежедневно. Чайник у нас есть. Так, после пляжа тут. Ага, интересно у нас. Туалет с душем. На полу реально вот камешки, грунт. Прикольно. Ну и плитки такие мраморные. Значит, раковина. Тут у нас душ. Шорты мои сохнут после пляжа. Душ. Стеклянные двери. Такой душ. Кран, душ. И вот душ. Там у нас вот наши стоят, а вот в тех маленьких они пополняются, значит, это там шампунь, гель, еще что-то, какая-то байда. Толчок вот за перегородкой стеклянной тоже, шоты мои. Там тоже окно, кстати, можно открывать жалюзи. Проветривает, вытяжка работает такая хорошая. Вот, здесь эта штука тоже включается, подсветка длинная. Шкаф. Вот такие вещички висят. Два халата таких полагаются, беспонтовых. Ну, наши сумки тут, которые не нужны, пустые лежат. Что там вверху не знаю. Надо заглянуть. Пусто. Здесь у нас, здесь сейф, значит, отельный, фен отельный. Ну и манаты, короче, раскидали. Дальше, что у нас тут? Вот это у нас тентель. Забыл жесткий, накачал фильмов кучу, мультиков и забыл. Один канал Россия-24, остальное все вьетнамское. Чайник углу я поставил, потому что за телеком тут на тумбочке спрятано. Ой, занято. Это платное все, дороже, чем в магазинах. Пусто. Здесь у нас холодильник с мини-баром. Это все тоже платное, дороже стоит, чем в кафешках. Это наша вода, а вот это две воды, это точно такие же бутылки, как вот я говорил, что нам две в номер приносят, за ноутбуком стоят, не видно. Вот, и они платные, вот те две бесплатные, а вот эти две платные. И каждый день приносят две вот таких бесплатных туда. Это я купил в Duty Free еще в Владивостоке, зачем купил, не знаю. Ну да ладно, бурбон, джин, виски, чуть-чуть отпил, очень дикая штука. Вчера я лупанул, но сон грядущий. Вот, значит, чайник. Здесь вот это все бесплатно. Сахар, чай, кофе. Пополняется, значит, две кружечки. Кстати, надо брать это место поставить. Тут какая-то отельная информация. Вот. Ну, тут расценка на все, значит. Ненужная. Ну, вот как-то так. Вот здесь за окошком. А вон лотос расцвел один. Вчера было три их там цвело, закрытые. Потому что что-то пасмурно, дождик какой-то. Вот такой вид из отеля у нас. Везде номера Vivo, вот там кто-то тусит. Тоже тумбочка прикроватная, телефон. Ну, как-то так. Ну и тут тоже разбегается. Когда их номера нет, я в окошко выветривается, кстати, все очень быстро. Вытяжка хорошая. Вот такой номер.